Амаль 1,5 мільйона тонн зерня намолочено у Гродзенской області. З них свыше 1 214 000 тонн зерневых и зернебобовых и 282 500 тонн озимого рапсу. Уборка опошнего в регионе завершена. Зерневых и зернебобовых застается на полях 18% от плана. У Берестовицким и Гродзенским районах яны сжаты на 98% площад. У Волковыским на 96%. Ураджайность этих культур у Принемане сегодня амаль 49,5 центнеров с гектара. По-ранейшему самая высокая она у Гродзенским районе – свыше 76 центнеров с гектара. Больше за 64 центнеры с гектара убирают берестовицкие аграрии, 62 центнеры – карелицкие. Что тычется культур, то озимый ячмень и рапс по области убраны. На 95% сжаты яровый ячмень, на 70% озимое жито, на 88% озимая пшеница, на 82% овес. Так само у господарках обмолочивают яровую пшеницу, озимую и яровую третикале и зернебобовые. Апошніх убрана 79% площаў.